Расхожее мнение, что наша жизнь – тесное переплетение жизни и цирка. Иногда невозможно разобрать и найти грань, разделяющую иллюзию и реальность. Многие в этой жизни пытаются найти свое место и определить, кто они – дрессировщики, клоуны, фокусники или слоны. Может быть, эта история многим поможет разобрать, где цирк, а где нормальная жизнь. Воздушные шарики наддувают веселые карлики, и фейерверком петарды взрываются. Цирк приехал, и все улыбаются. В этом цирке все мы зрители, все мы звери и укротители. И нам здесь все до боли знакомо. В этом цирке мы словно дома. Загадочно, и смеется клоун припадочно. Что упал гимнаст, а ведь он хотел сделать сальто для нас. Все мы здесь собрались не случайно, и уже никакая не тайна, что в этом цирке все мы клоуны, а у гимнаста ножки сломаны. В этом цирке не стать слоном, но зато все хотят стать магами и кричат, и машут флагами. А ведь они обычные зрители, станционные смотрители, акробаты и шпагоглотатели, эквилибристы
и змей-заклинатели, канадоходцы и силачи, лилипуты и трюкачи. В этом цирке все относительно, и мы смеемся невыразительно, потому что все озабочены, чтобы не остаться у обочины.